Итак, что такое сниппет? Это краткая информация вашей статьи или страницы вашего сайта в результате выдачи поисковых машин. Как правило, это заголовок, ссылка и описание. Вот так выглядит выдача стандартно. Среди этих сайтов ваш сайт сливается на этой странице среди ваших конкурентов. Представьте, что есть возможность оптимизировать ваш сниппет и при этом вывести краткую информацию в ваш сниппет: хлебные крошки, поиск, рейтинг, время работы, например, вашего магазина, телефоны. Если у вас сайт рецептов, то краткую информацию о рецепте, изображение, локацию, местоположение, логотип вашей конторы, социальные профили, там, где вы есть в социальных сетях. Представьте, все это можно вывести благодаря специальной микроразметке в вашем шаблоне. Далеко не все сайты используют микроразметку. Представьте только, в интернете ищут ваш сайт потенциальные клиенты. И даже не переходя на ваш сайт, они в сниппете увидят абсолютно всю важную информацию о вас. Телефон, время работы, описание, рейтинг, местоположение вашего магазина, там, где вы в социальных профилях, даже не переходя на сайт. Второй момент. Вы будете отличаться визуально в результате выдачи поисковой системы среди ваших конкурентов. Естественно, вы привлечете внимание потенциального клиента, и потенциальный клиент кликнет и перейдет на ваш сайт, а не на сайты конкуренты, которые, например, располагаются выше или ниже в результатах выдачи. Хотите на вашем сайте организовать микроразметку, чтобы в итоге ваш сниппет был оптимизирован и вся важная информация была представлена прямо в результатах выдачи поисковой системы? Тогда переходите по ссылке в описании на мою страницу. Вся эта информация, как организовать оптимизированные сниппеты, структурированные сниппеты, обо всем об этом я рассказываю в своем новом видеокурсе. И не только об этом. Обратите внимание, курс готов уже на 80%. Здесь вы можете сделать предзаказ. Поторопитесь, предложение ограничено. По предзаказу вы получите весомую скидку на видеокурс. Не упустите такую возможность. Меня зовут Федор Васильев, и я вас жду в своем новом видеокурсе. Все ссылки в описании, ребят, вот здесь. А вот здесь вот лайк, подписка. До новых видео, друзья.